Тебе нечего рассказать о Кипре, что ли, Аня? То, что я рассказываю, никому не интересно. Тут ты знаешь. У нас до 30 подписчиков целых. Интересно. Очень смешно. Вон, расскажи, что Луна-парк работает. Луна-парк работает. Это значит, что практически чуть больше месяца мы находимся на Кипре. Апрель у нас был полон открытий. Мы посетили все возможные экскурсии этого острова. Побывали в горах Тродос. Практически недели две мы точно там провели. Мы побывали в Кэмбу. Недели две где? В горах Тродос? В горах Тродос. Ну, каждый день мы туда ездили. Ну, не каждый, но много. Ну, да. Практически каждый день. Мы побывали в Кэмэл-парке. Я смогла покататься на верблюде. Денис не захотел кататься, у него болела нога. Потом мы покатались на осликах, это было в другой день. Денис катался на осликах, да? У тебя тогда еще катался, да, катался. Тебе понравилось? Ну, интересно, да. Ослики, они очень милые, послушные и управляемые. Они понимают вообще... Даже... Где лево, где право, где газ, где тормоз. Чтобы повернуть налево, нужно потянуть немного, как это называется? Ну, поводье, да? Поводье налево, если направо, направо. Ага, чтобы... и показывает право, и показывает левую, Аня. Ты вообще понял. Ну, я-то не для меня. А, вот, и... Можно получить права на ослика категории О. Вот. Мы их получили, кстати. Ну, конечно. Получили права на ты еле сдала с пятой попытки. Почему? Ну, потому что ты путаешь право-лево. Ничего страшного. Ладно. Они, кстати, очень прожорливые и постоянно останавливаются пожевать травку. Они ну, в общем, да. Голодные. В общем, это лучшая экскурсия для детей и не только. Да? Что вот там вот вдалеке, в дымке виднее? Там вдалеке находится мыс Кава-Грека. Мы туда ездили, когда у нас был джип-сафари. Мы посещали Кава-Грека, посещали морские пещеры. Там очень живописно. Там еще находятся вышки. И никто не говорит, какие. Наверное, военные. Как вообще у тебя месяц прошел первый на Кипре? Быстро. В двух предложениях расскажи. Быстро пролетел месяц здесь. Мы каждый день... На протяжении двух с лишним недель ездили на экскурсии, исследовали все горы Тродос, побывали в самых злачных местах этого острова. В злачных кавычках, да? Ну нет. Мы попробовали рыбное мизе, мясное мизе, клевтика, все национальные основные блюда. Местное вино мы попробовали на днях. Но оно было магазинное, а магазинное не очень хорошее вино. Лучше брать его на винодельне в деревне Амотос. Либо... В горах, да, где-то? В горах, да. Где винодельня? Где делают домашнее вино. Потому что большинство продукции, мы думаем, что это кипрская, а это греческая. Много импорта. Даже я хотела в подарок купить мыло сувенирное, оно оказалось греческим. Также и с вином. Какие у тебя еще впечатления? С оливковым маслом также. Какие у меня впечатления? Месяц пролетел быстро. Мы увидели самые красивые места Кипра. Ну, возможно, еще нам много предстоит увидеть. Мы покатались на верблюдах, на осликах. Мы... На джипах, да. Мы покатались на джипах. Мы открыли купальный сезон в конце апреля. Хотя вода была где-то тогда 17 градусов. Сейчас она уже на 2 градуса выше. После берега вода прогревается быстрее, где она не глубоко. Покажи, какие волны сегодня вечером. День был очень жарким, около 30 градусов.
Какое следующее большое видео будем делать? На какую тему? На тему салона красоты. Я буду посещать салоны этого города и оставлять свои отзывы о каждом. Ага. А потом о ресторанах. Отлично. Думаешь, это будет людям интересно? Очень. Очень? Я считаю, что особенно салоны красоты это очень. Ну давай скажем тогда, чтобы комментарии оставляли, да? Что хотят узнать о Кипре. Оставляйте комментарии, спрашивайте любые вопросы. Мы практически на все уже знаем ответ. На все часто задаваемые вопросы. Поэтому нам будет очень интересна обратная связь. И нам интересно знать, что интересно вам. Всем пока, хорошего вечера. До этого не работал месяц. До этого не работал месяц. А почему не работал? Не работал, потому что несчастный случай там был. Да? На одном из аттракционов пострадала женщина с ребенком. Вот такую-то рекламу Кипру делаешь, да? Ну, пускай знают, куда идут. Антиреклама лунопарка. На всех аттракционах, когда идешь, быть готовым, что там можешь что-то оторваться. Это точно. Но все живы остались, да? Да. Ну, отлично.